Доброго времени суток всем моим подписчикам, тем, кто не подписался на мой канал, подписывайтесь, будем вместе с вами обозревать посылочки и товары из Китая. Сегодня у нас на обзоре две таких небольших посылки. Вот. Заказывал к новогоднему празднику украшения и попросили один рыбак, зимний рыболов, точнее, скажем так, попросил заказать ему коробочки для снасти, там крючки вложить, грузило. В общем, вот такие вот коробочки пришли, и тут вот должны быть разные серьги. Вот, значит, оценили серьги в $5, это цена минимального заказа у этого продавца была, а коробочки что-то обошлись, ну, написали $10, на самом деле они стоят буквально по $2. Итак, вскрываем, начнем, наверное, с коробочек, это более интересно, поскольку в основном мужская аудитория у нас, вот. Кстати, поздравляю всех с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Вот, желаю вам всего наилучшего. Вот, тем, кто обозревает посылки, подписан на мой канал, чтобы все посылки в следующем году доходили. Вот, чтобы все, скажем так, было без споров. Коробочки все три одинаковые. Откроем одну. Рассмотрим ее поближе. Вот такая вот коробочка с вот таким вот замочком простеньким. Открываем. Здесь вот такие вот перегородочки, они вынимаются, делается кармашек больше, меньше. Вот, также для радиолюбителей подойдет, тем, кто занимается какой-нибудь пайкой, ремонтом мобильных телефонов. Вот такие вот три коробки. Ссылочки, если кого заинтересовало, будут под видео, так что переходите, смотрите, заказывайте. Вот. И здесь должны быть серьги. Так, одна есть и все, все, ребята, только одна сережка пришла, да. А должны были быть еще пара сережек, которые светятся в темноте. То есть внутрь сережек встроены светодиоды, но их я не вижу. Так что сейчас будем открывать диск тут. Так, вот такой вот дракон. Вот, что это за серьга? Сейчас вы посмотрите картинку. Вот, одевается вот таким вот образом на ухо. Вот эта штука оказалась погнута. Вот. И на ухе, получается, сидит вот так вот дракончик. Вот такой вот с крылышками. Просили заказать. Человеку очень понравилось. Вот. Называется это крепление, если не ошибаюсь, гвоздик. Вот таким вот образом прижимается оно к уху. Штука такая, договорюсь, знаете, довольно увесистая. Вот. Крепится вот этой петлей и вот этой вот штучкой в дырочку в ухе пробито вставляется. Вот. Если на камеру плохо видно, они в золотистом цвете, таком бронзовом. Есть они еще в таком под серебро цвете, в более темном, под бронзу. Вот это такое в золотистом цвете заказал. В общем, вот такие вот посылочки. Если кого заинтересовал подобный товар, все ссылочки на продавцов под видео по поводу этого продавца я напишу в описании видео. Может быть, я ошибаюсь, может, я у другого заказал серьги к новогоднему торжеству, которые должны вставляться в ухо и светиться. Вот. Но почему-то их в этой посылке нету. Вот такая вот посылочка. Кому понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Всех с наступающим Новым годом. Праздник. Вот. Хороших всем рождественских каникул. Почта работать не будет, к сожалению. Поэтому посылочек будет меньше. Вот. И, в принципе, идут посылки. Идут довольно-таки интересные. Будет много ножей, как я и обещал ранее. Вот. И много всего интересного. Так что, до новых посылок. Пока-пока.